Отец говорил, что судьбу дают боги, но путь мы выбираем сами. Ваша судьба — быть императором, а моя — солдатом. Честь моего отца привела его к служению народу. Но что привело нас на наш собственный путь? Что сделало нас такими? Моя история началась 10 лет назад. Мне даже нечего сказать. Возвращается солдат Римской империи к отцу в родной дом. Отец! Марий! Рад снова видеть тебя. Как я выгляжу? Как настоящий солдат Рима? Выглядишь отлично, сын. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать. Ты знаешь, куда тебя отправят? В Александрию. О, Александрия. Такая тихая провинция. Мама будет рада. Я стал солдатом не просто так, отец. Я хочу сражаться, как ты, за империю. Всему свое время, сынок. Всему свое время. Сынок, запомни, что врага можно встретить не только в бою. Отец? Марий! Дай взглянуть на тебя. Красавчик. Мам, не надо. Твоя сестра хочет тебя увидеть. Скоро увидит, любимая. А сейчас мне нужно поговорить с сыном наедине. Хорошо. Пойду поищу твою сестру. Тебя что-то беспокоит, отец? Что ж, позже поговорим. Теперь покажи, чему научился. Ну и тут нам предлагается напихать отцу люлей, и это приготовься. Поверьте. Сперва заставь меня раскрыться. Сейчас мы тебя заставим раскрыться. И еще. Снова. Надо. Марий, чтобы ударить меня, заставь меня раскрыться. Вот так. Отлично, сынок. Еще раз. А теперь ударь меня. Трижды. Да ты пошел-то. Попался. Давай заново. Еще разок. Паша, короче, у соседа у моего не получилось. Три удара. Он бил чуть ли не полностью. Отлично фехтуешь. Приготовься. У тебя всего мгновение на выбор. Соберись, Марий. Время решает все. Снова. Жди возможности. Попробуй еще.
так. Мастерские. Печальный, но великий день. Сын впервые победил отца. Возможно, ты овладел мечом, но не надо встречать мир с ним. Вначале приходи без оружия. Пройдемся, сын. Я слышал, что время нынче неспокойно. Да, пришли опасные времена. Эти выборы могли бы многое изменить. Даю это тебе, как и твой дед когда-то отдал это мне. Когда придет время командовать людьми, вспомни мой рассказ. Легенды гласят, что Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Во время Великой Битвы трусливые генералы бросили его. После смерти Дамокл попал в подземный мир. И Немезида, богиня мести, пришла в ярость от того, как обошлись с героем. Она вернула его на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет генералов-предателей, чтобы покарать их. До сих пор многие командиры носят кинжалы с изображением Дамокла. Кинжал напоминает им, что они не должны бросать своих. Не то восставший из мертвых черный центурион отомстит им за все злодейства. Септима! Варвары! За мной! Что происходит? Убить его! Ты в порядке? Рамаза! Я!
имея своих. Беги, пока. Вообще всех порвать. Вы за это заплатите! Все вы! Сейчас ему боди отдыхает. Ну давай! И получил звезды. Прикончить его! Прими свою смерть! Отомстите за него! Сразись со мной! Отец! Напекали. И двигаемся дальше. Мари, нас хотят убить! Нужно попасть в здание Сената и спасти моих людей! Ты че, бык? Только ты! Поролоновый. И я! Вперед, Мари! Сегодня ты умрешь! Меня батя учит, надо сражаться с чертями. Ты попался! Двигаемся дальше. За отцом мстить. Ломаем дверь правой кнопкой. И смотрим, что тут. Где все? Улицы как будто вымерли, ни торговцев, никого. Да, сидели. Ты кто нахрен такая? Напрашивается вопрос. Сюда. Там твоя судьба. Беги. Сами боги спустились. Кто это была? Богиня Немезида. Куда бежать? Что делать? Бежим, конечно же, только вперед. Кругом одни трупы. Сейчас я вас освобожу, граждане. Отец! Мари, сюда! Прими свой... Сейчас, разом, убейте его! Ah!
убивай. Двигаем дальше. Лати следующий, мать! Я должен позаботиться о своих людях. Ты должен найти платье. В амфитеатре. Приведи его на форум. Мы защитим твоего отца. Иди. Все, мать, защитите. Я пошел далее. А тут маленько альпинизма. Да, генерал, вы зажирели. Лазить-то не особо получается. Кругом трупы. Решена. Побежали дальше. Какие прекрасные виды, отличный город. Плачи! Он в амфитеатре! Вперед! Рим принадлежит народу! Город для народа! Империя для народа! Убили. Оставайся! Или умри! Кто-то же стрелил платье! Чего ты ждешь? Публика скучает. Отправьте его в могилу. Римская дрочка! Сима!
Дари, сюда! Вот так вот злодеи. Отец! Куда Ари, опять? Они идут! Они охотятся на нас! Умрите, ублюдки! Леонтий! Ты упрощаешь мне за... Не так! Вот так. Идем! Мы здесь не пройдем, Мари! Вернись и опусти этот мост! Придется возвращаться. Опусти мост, Мари! Помоги мне! И как же опустить мост? С помощью Килума. Так, сынок, продолжай. А теперь надо отодвинуть эту тележку. К форуму, Марий! Не останавливаться! Чтобы добраться до форума. Правой кнопкой. Тяжеловато. Тонны полторы. Ну тут не такой год. Чего? Отец! Опять ломаем двери. И снова будет месть. Но тут предлагается улучшить навыки. И это надо делать постоянно, иначе нам вломят люлей. Возьмем пока здоровье, или лучше взять вот это, бонус ярости. Отбросите! Спору
ума! Вставайся или умри! Не дайте ему уйти! Все закончится здесь! Прими свою смерть! Ugh!